Докладчик Тарусов Сергей Борисович, председатель РВЛСского колхоза имени Ленина. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Юрий Петрович, наше предприятие активно участвует в реализации инвестиционных проектов. Это уже пятый проект, который мы реализовываем. Он расположен в поселке Октябрьский, это западное Камчатско-Охотское побережье. Строится он РВЛСским колхозом Ленина в рамках реализации первого этапа инвестиционных квот. Это высокоэффективное производство, которое обладает современным рыбоперерабатывающим оборудованием, позволяющим выпускать продукцию с высокой степенью переработки, такие как филе ментая, филе сельди, рыбный фарш, мука. Все это, вот эта продукция создает дополнительную прибавочную стоимость и значительно будет позволять увеличивать доходы предприятия в результате производственной деятельности. Уважаемый Владимир Ильич, вообще вот те предприятия береговой переработки, которые сегодня уже построены, это действительно суперсовременные предприятия 21 века, и многие из которых не имеют аналогов даже в мире. Вот, они, безусловно, обладают хорошим потенциалом в будущем по расширению линейки выпускаемой продукции. Это полностью безотходное производство. Это производство, которое выпускает экологически чистые продукты. И, безусловно, все это позволит решать продовольственную безопасность. Прошу вашего разрешения на запуск. Пожалуйста, начинайте. Пожалуйста, коллеги,